Всем привет! Я хочу поделиться с вами своей маленькой большой радостью. Это 1000 подписчиков на канале, первые 1000. И я просто хочу вам сказать огромное спасибо. Для меня это уже очень большая аудитория. Мне там часто писали в комментариях, почему так мало подписчиков. Но мне кажется, что это уже так много, потому что я очень мечтала про YouTube-канал в прошлом году. И весь прошлый год готовилась, узнавала информацию, проходила курсы, училась монтировать. Вот, и в 2020 году, в начале февраля, начала уже снимать первые видосики. И для меня это было очень волнительно, классно. И я приготовилась к такому тяжелому пути, потому что очень много информации в интернете, что в Ютубе набираются подписчики очень медленно, там первые 100 подписчиков могут идти полгода, а то и год. Вот, я приготовилась к такому пути медленному и такому прям сложному. Вот, но я совсем не ожидала, что у меня будет целая 1000 подписчиков уже через 7 месяцев, получается, 6,5. Вот. И это все благодаря вам. Спасибо огромное, что есть интерес к моему каналу, что я чем-то вам полезна. Мне очень хотелось вот именно помогать маленьким девочкам, которые только собираются стать моделями. То есть себе и себе в прошлом, потому что мне не хватало такого человека, который бы помог, направил, там что-то подсказал. Вот. Совершила очень много ошибок, поэтому вот мне хотелось, чтобы мой YouTube-канал помогал вот таким вот девочкам, которые еще вот имеют мало опыта в модельной сфере, их легко обмануть. Спасибо, что вы со мной, спасибо, что вы смотрите мой YouTube-канал, комментируйте, подписывайтесь, активничайте, мне это очень-очень нравится. Вот. И, как всегда, я прошу вас, если вам интересна какая-то тема, напишите ее здесь внизу в комментариях, и я постараюсь построить свой контент-план и обязательно на эту тему что-то рассказать и снять. Всем спасибо и до новых встреч! Так, я люблю напитки покрепче, слова покороче. Так что, за вас! Thank you.